Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и я хочу поделиться новостью, которую многие уже видели, но, возможно, кто-то не заходил в игру, и мое видео смотрит раньше, чем попадет в игровой магазин, и прям вам очень сильно хотелось снежный шар, но вы его не получили, и вы прям настолько маниакально-депрессивный товарищ, который готов заплатить 30 баксов за снежный шарик. Я не знаю, честно говоря, на кого рассчитано данное предложение. У меня в башке не помещается по одной простой причине. Потому что, ребят, давайте будем говорить откровенно. Вас издаст снежный шарик. Снежный шарик — это возможность выпадения вам машины с какой-то там вероятностью. И то, ребят, вот что выпадет, тому и радуйтесь. Вот представьте себе, вы задонатили 30 баксов, купили себе шарик, а вам из шарика, допустим, выпадает, ну не знаю, допустим, Т-77. Обрадуетесь? Ну не знаю, возможно, обрадуетесь. Окей. А если выпадет крушитель? Ну вот просто, чисто вот теоретически, выпадает вам крушак за 30 баксов. Как вам вообще, нравится? А кейлер, допустим, которого продавали на Черную Пятницу за сколько там, за 6, за 6,5 тысяч голды. Ну, не знаю, ребят, я бы, честно говоря, наверное, расстроился. Ну а, допустим, Титан 54D. Тоже, согласитесь, как бы под вопросиком, да? Или Скорпион G, который сейчас вообще не хочет продаваться ни в какую на аукционе, он стоит, и он, бедняга, вообще нафиг никому не надо, да? То есть, ну, вот так вот, просто. Поэтому, ребят, здесь очень большой вопрос, на кого рассчитано данное предложение. Уж явно не на тех ребят, у которых денежка вся по счету, и они лучше за эти 30 баксов купят себе. Ну, не знаю, ребят, давайте посмотрим, что за 30 баксов можно сейчас купить. Вот, допустим, за 23 бакса можно купить 20 косарей голды. И за 20 косарей голды, если вам, допустим, очень сильно нравится тот же самый Бадгер, взять и купить себе Бадгера. Вот просто взял, купил Бадгера, радуешься жизни, ты об этой машине мечтал. Или, допустим, давайте посмотрим еще раз. 30 баксов, да, вот снежный шарик, и возвращаемся назад к танкам. Бац, за 35 баксов ты покупаешь себе объекта 268 вариант 4. И, ребят, говорю к чему? К тому, что хочешь ты себе объекта, купи себе объекта и не пытайся себе что-нибудь там потрясти шары. Уж простите меня за двузначное высказывание. Так вот, ребятушки, не знаю, на кого рассчитано данное предложение. Я, честно говоря, не совсем понимаю, сколько конкретно должно быть денег у человека, играющего в эту игру, для того, чтобы купить за 30 баксов. Напишите, пожалуйста, вы в комментариях, если бы у вас даже были 30 баксов, которые вы технически, физически, эмоционально, ну, морально, психологически можете задонатить в игру, готовы ли вы купить себе снежный шар и рискнуть 30 баксами ради того, чтобы выпало оттуда что-то годное. Но я не знаю, вот сейчас мне пришла мысль, пока я задавался вопросом, чего стоит задонатить вот сюда вот и купить снежный шар за 30-ку, я подкинул себе дополнительную мыслишку по поводу того, что, возможно, просто у кого-то было 9 снежных шаров, и вот не хватает как раз 10-го для того, чтобы получить себе талисман на СТРВК и, соответственно, его забрать. Но опять-таки, ребят, 30 баксов, скажите мне, пожалуйста, напишите в комментах, стоит ли открыть 10-й талисман на СТРВК за 30 баксов. Ну, чтобы потом дальше тебе не выпало. Я не знаю, может там прям совсем что-то годное упадет, там, 10-го левела чего-нибудь, но ржака будет в другом. Ржака будет в том, что ты можешь получить себе СТРВК, и тебе прилетит 10-й талисман на СТРВК, и ты получишь компенсацию 15 тысяч. Ну, то есть, по сути, ты за 30-ку купил себе... Ладно, короче, сложная математика, ребят, напишите свое мнение по поводу предложения на снежный шар, буду всем благодарен. На данный момент, ребят, у меня все, видео было предназначено для тех, кто, возможно, посмотрит его раньше, чем зайдет в игру, и, возможно, тебя конкретно, мой дорогой зритель, интересует снежный шар, и ты готов его купить за 30-ку. Если, ребят, вы за честность, какой бы она ни была, подписывайтесь на канал, я думаю, нам с вами по пути. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего вам мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Yeah.